Всем привет, с вами я, Дипер Пайнс, и это Майнкрафт. Вчера была Террария, сегодня Майнкрафт. Извините, что не было опроса в группе, я был занят. И со мной сегодня... ну, представьтесь. Гаплей, йоу, но меня вы знаете. Да, вы его знаете давно, ну и Егор вы тоже. Точнее, Динка. Ну, да. Ну, Егор вы тоже знаете. У него был нормально написан Егор, а теперь он написал Ероп. Да он сам написал по-любому. Да, конечно. Ну что, давайте начинать. Да, let's go. А, залагала, я что-то ломаю, пацаны. Блок. Какой? Так. Я что-то уже сломал. Ага. Блин, Егор, поставь. Так, я, наверное, еще не сквозь. Так, мы начинаем. Да, пацаны? Да. Да, давай. Оп. Ю-ху. Опа, опа, оп, опа, оп. Да за вами вообще ни хера не видно. Да, че вы кучкой-то стали? О, полетел. Я лечу. Это изи, пацаны. Изи парков. Здесь что, нельзя останавливаться, что ли? Даже покушать нельзя? Реально? Не, почему? Смотри, можно, вон Егорка просто не останавливается. Не знаю. Прикинь, я сейчас ёжнусь. Мне же Dimension Level 3 Medium. Медиум это вроде средний, если не ошибаюсь, да? Ну, вроде да. Какой-то изи, даже не средний. А ты что, таблички? Я дядь колодец! Нет, нет! Я давай, Америка. Я прошел! Я там сухар. Ребят, у нас вещи осталось? У меня сохранились. И правда? У Егора у тебя сохранились вещи? Потому что это с его карты, вот поэтому. У меня такое же было. Я на чужой карте играл, у меня сохранилось. Оп, у него, оп, я, давай. И я так его отмазнул, парень забрал. Ахаха! Левел 2 изи, левел 3 медиум. Я пошел. Да-да-да. Куда ты пошел? Я просто в конце ёжнулся. Бум! Твою мать! Оу-е! Твою мать! А ты за боков-то... Снова включил Ероп. Это хард? Нет, это медиум. Короче, чувак, слушай, это здесь соединены и медиум, и среднее, и трудно. Ну, нормально. Ну, нормально, чудо. Вот. Мне кажется, вот это вот бедрок, ну, где нет бедрока, мне кажется, это медиум. Лол. Я прошел. О, все ничего. Привет. Хоп, я прошел. Самый, блин, пусто. Как пусто? Так пусто. Реально пусто. Да. What the fuck, что за лаги, чувак? Левел 5 хард. Нет, смотри, вот. Чувак, это хард. Вот, вот. What the fuck. Нахрен нас плохо. Диман, Егор, если ты еще раз скажешь М, я тебе, знаешь, прям по губам тресну. За что? Раздражает это слово. А, пацаны, вот. Пацаны! Изи проходим. Да. Проход на изи. Проход карты. Изичак. Изи. И тут также можно. Тут также можно, да. Ай-ла-ла-лай. Вам повезло то, что с вами играет умный человек. Ай-ла-ла-яй-яй. Да? Угу. 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 И чем мы прошли, идите, посмотрите. Изи. Изи? И тут можно так же. Нихера себе изи, пацаны. Вол, чуваки. Здесь можем всех... Так, чуваки, тут все. Все? Конец? Блять, тебе везет. Ой. Ты чё слышишь? Это сорян просто вылетел. И чё, всё что ли, пацаны? Да. Прикинь. И чё так? Я не хочу на этом серию заканчивать. Да. А давайте ещё одну напишем. Ты дурак что ли? Давайте сейчас я на паузу поставлю и перезайдём на какую-нибудь другую карту. Давай. И я специально сольюсь. Кстати, пацаны, чё ты мою фразу берёшь? Так, ну, пацаны, да. Рулетка, давайте я первым. Смотрите, здесь написано писем. Писем? Писем! Блин! А ну-ка, давайте. Давайте, давайте, вот эту рулеточку. Да, я не ищу. Я. Ты. Вдвоем, братка. Не-не-не, пацаны, переигрываем. Мы с ним вдвоем, да? Не, переигрываем. А, все? Да. Тогда давайте я первый. Давай. Так, что там? Есть! Бэби Бэй, ага. О! О! Ну-ка. Давай ты. Да, бля! Опять переигрываем. Можем обратно эту...
говно. Давай я положу в сундук, ладно? Окей. Я так, так, давайте. Давай. Я, да, ладно, давай он. Давай. Тогда давай. Я второй. Скотина, я боюсь, пацаны. Давай, давай. Да! Ржать буду, если я. Нет! Я задолбался. Вот, блин. Так, давайте, но... я поставлю сейчас на паузу, когда у нас кто-то будет один мат, тогда я включу. Да. Тихо, я снимаю, я снимаю, я снимаю! Пацаны, тихо, тихо, все, Диман. А можно маску не надевать? Я не буду лезть, ну в жопу. О, повезло нам с Дмитрием. О, куда? Куда, внизу, он смотрит. Он хотел посмотреть, где прячусь. Хочешь, мы вниз... Короче, так, записываешь, да? Да-да-да, конечно. Короче, ребята, просто охрененно повезло. Где-то после остановки записи с четвертого раза, можешь прыгать, с четвертого раза нам повезло с Димкой. По полной заднице. Ребят, а может это знак? А может за это лайкусик? Да-да-да, лайкусик. Ребят, вот я просто, если что, если, не знаю, 5 лайков не наберется, если наберется... А давайте, ребят, а давайте я... Ребяточки. А давайте, нет, знаешь что, Диман, а я, у меня есть группа, ну, не моя, там, Рамиль создал, знаешь, да, Рамиля? Инста... Да. Это Insta Games. Наверное, зря я спалил его имя, я не знаю. Я хочу оставить... Все, мой да, тебя не слышит никто, прикинь. Я хочу оставить ссылку на его канал, человек старается, заснял где-то около 4 видео, и у него очень... хороший контент, ссылка будет на его канал в описании. Йоу-йоу-йоу! Мне кажется, он заслуживает подписки. Лайка и подписки. Да, я не знаю, почему у него только 2 человека, знаете, давайте. Все мои подписчики подпишутся подпишутся на Рамиля. Так, и что, давайте. И я устрою опрос в группе. В прошлом видео я скинул ссылку на группу, вы зашли, вступили. И будет опрос. Снимать мне еще Майнкрафт. Ой. Снять мне еще пряточки вот с, так, с такими же людьми. Больше никто. Играли втроем. Да ничего, играем втроем, будем играть втроем. Да, так. И надеюсь, в следующий раз я тоже. Ну, если будет в следующий раз. Ну, кстати, да. Егорка, походу, скоро сейчас выйдет. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, там скоро. Тихо, ты видишь, разговариваю. Вчера меня Егор перебивал, теперь да, он меня перебивает. Все, он такой. Так вот, я надеюсь, то, что вы реально подпишете на Инстейна. Он реально вышел, чувак, беги мне. Чувак, беги. А я бегу. А я бегу, бегу, бегу. А этот дебил тоже бежит, бежит, бежит. Или... Как я бежал? Фак. Бегу. Маза. Все, тихо. Давай, так. Дипер. Так, все, да-да-да-да. Я, короче, все, у нас опять рулетка. Я хочу первым. Плиз. Да. Оу, я маза. Блин, я не подобрал голову. Держи, держи. Не подходите, не подходите. Держи, ё-ё. Да вот, я сзади. Ну, ладно. Бери. Хоп. И, пожалуйста, Бог, помоги мне. Бог мне не помог. Ну, стоп, дальше, дальше. Да, да. Мам, спасибо, Бог. Так, еще раз. Так, если сейчас такая же, опять ставлю на паузу. Я так буду. Давай. Давай. Я первый, ну ладно. Ладно, так. Так, повезло, да. А мне? Повезло. А мне тоже. Ну, бери, бери. Ты вдвойне лучше теперь. Так, я голову пойду положу. Я тоже положу. И оденусь. Спускаюсь. Ладно. Да ты что? А какого хрена? Слышь? Пусть, пусть, Димас. Да. А мы тогда попрыгали? Нет, стой, подожди, я не наделся. Давай, давай. У меня залагало чуть-чуть. Плохо. Вот, все. Так, давайте увидимся, когда я уже... Да тихо ты. Давайте увидимся, когда я уже буду на месте. Эта котина опять меня убила. Килл! Почему мне не везет? Я почти добрался, да, Димас? Диман, а ты что, уже там? Да. Ты прям на люстре, на люстре? Дра. Дра. Да. Так, короче, это... Помнишь, я тебя тут скинул, что ты могу? Да-да-да. Я тогда просто обосрался. Так, ладно, я на паузу поставлю, я на паузу поставлю. Не забывайте про Эйнштейна. Йоу!
Он крутой чувак, да. Он просто йоу, WhatsApp! Ты Сантер на него подписался? Дебил, еще говорит что-то. Ладно, давайте, ссылка на Инстаграм будет в описании. Хорошее видео, качественное. Досматривайте до конца, ставьте лайки, подписывайтесь, все подписчики на него. Я тебя вижу, чувак. Да, я знаю. Да, я надеюсь, что все на него подпишетесь. Это мой друг. Ну да. И напишите то, что вы от Диппера. Он будет рад. Он просто рад будет. Я вижу, как он по лестнице там поднимается по этим блокам. Ладно, давайте. Он к золотому дошел. У нас опять рулетка. Потому что меня какого-то хера сбили. Так, фак, ну блин. Не, может мне Бог поможет. Ну все, тебе повезло. Тебе повезло. О, да, Ника, брат. И что, все равно ему повезло, так что. Так, давайте я тогда первый. Давай. Я ж макнул. Где масса? Блин. Нет. Так, смотрим. Нет, Диман, молись. Я. Опять повезло. Давайте. Фак, Бог, спасибо. Так, давайте я первый. Тебе. Так, ладно, стресс. Я черненький. Я беленький. Так, блин! Ладно, давайте я не буду спускаться. Ой, не буду снимать, когда я спускаюсь. Давайте вот спущусь и начну снимать. Давай, народ, ты. Есть. Ребята, один слит. Нет, я только что начал снимать. Один слит, сейчас второй. А, это ты, Димас? Да, я. Ты что, панику не узнал, Дёма? Нет. Здорово. Осталось узнать, где этот агрошкольник. Давайте думать мыслями. Да он как бы только в первом классе. Ну, я говорю, агрошкольник. Что-то не так? Давайте думать мозгами агрошкольника. Я не могу сказать даже. Нет, не надо. Я думаю мозгами агрошкольника. Я агрошкольник, я пойду сюда. Ха. Но я не скажу куда. Потому нет, что... ни хрена. Он пошел на двери. Инах, ты его спалил. Во. Да, я видел как. Ах ты шалун. Я? Да, зачем ты нагрудник надел? Блин. За что? Сука, ебаная! Че, он упал, что ли? Да. Все, ты меня не брат, ты жопа. О, вон кто-то бежит. Это он. Вон двое вижу. Нет, ты не там. Он в броне. Да, вон, вижу, Димас, вижу. Ой, все, капец, уйди, Димас, уйди. Уйди. На! What the f... Да! Еще раз матом в моем видео скажешь, лишишься пиписьки. Так, все, это конечное. Так, да. Давай я тебе помогу. Я одного слил, пусть он теперь у меня отсасывает. А вон второй, я жду, когда он сейчас ёжнется. В толчок пошел. Ёжнись. Кто проживает в воде океана? Спанч Боб, гомофоб. Что сказал? Что ты писюн сам не сказал? Ребят, а давайте, знаете что, сделаем восстание против этого гандона. Не-не-не-не, Диппер хороший, Диппер самый лучший, Диппер крутой. Он круче всех. Офигел совсем. Ты как телепортнулся? Я не телепортнулся. Значит, у меня лагает. Блин, Настя, у меня вот прям... Ты пахнешь. Я думал, мы вылетим, когда ты какаешь. Ой, что-то мне, походу, сейчас жопа будет. Я что-то в этом не уверен. Я не умею по этой фигне. Вот! Вот. Что-то я уверен, что мне жопа. Уии! А! Да! Да, давай, чуть-чуть. Ты чё снёшь? Нет! Люди, всем пока, с вами был я, Диппер Пайнс. Все.
Пока, лайк и подписка. И на Эйнштейна тоже. Всем пока.